Дайджест недвижимости. Новости недвижимости на волне 101.0. У микрофона Дарья Пузлиева. Росреестр формирует базу собственников жилья, признанных недееспособными. С 1 января следующего года ведомство намерено по запросам уполномоченных лиц предоставлять информацию о признании правообладателя недееспособным или ограниченно дееспособным, пишет БН.ру. В России нет единой базы данных, реестра в отношении лиц, над которыми установлена опека, вследствие определения суда о признании их недееспособными. Таким образом, добросовестному лицу, приобретающему жилье, не может быть доподлинно известно об особенностях психического состояния продавца. Сделка же по этой причине может быть признана недействительной. Кроме того, некоторые дельцы в целях наживы, допуская мысль о возможном психическом расстройстве собственника, выжидая наступления состояния ремиссии, навязывают волю к заключению сделки, приобретают жилье с целью его дальнейшей перепродажи другому покупателю. Нововведение обезопасит как собственников, так и покупателей. Дайджест недвижимости. Кировский ССК предлагает однокомнатные квартиры за 10 тысяч рублей в месяц. Такую сумму, по информации застройщика, покупатель будет платить ежемесячно в течение 8 лет. Для покупки квартиры по этой программе достаточно только паспорта. Погасить оставшуюся сумму можно в любой момент без переплаты. Дайджест недвижимости. Сегодня в рубрике «Вопрос эксперту» инженер по эксплуатации зданий и сооружений торгового комплекса «Планета» Алексей Черных разъясняет, какой теплый пол лучше выбрать для балкона. На утепленном балконе можно применять кабельную систему обогрева на основе инфракрасного излучения и нагревательные маты, в зависимости от требований к напольному покрытию. Нагревательный кабель располагает слоя стяжки из цементно-песчаного раствора в 45 мм. Толщина слоя от кабеля до поверхности стяжки не менее 30 мм. Лучшим по теплопроводности покрытием для такого пола является керамическая плитка. Инфракрасное отопление осуществляется за счет тепловых лучей. Обогревательные элементы повышают температуру стен пола предметов, которые находятся на балконе. Плюс инфракрасных напольных полов в том, что они могут использоваться с любым напольным покрытием и эксплуатируются сразу после его укладки. Нагревательные маты можно устраивать непосредственно в клеевом составе при укладке плитки. Стоит отметить, что нагревательные маты используются в случае дополнительного обогрева. Они не способны самостоятельно аккумулировать тепло. Теплый пол хорош тем, что его можно использовать для поддержания комфортной температуры в помещении в межсезонье. Уложить теплый пол на балконе можно самостоятельно. Все вышеуказанные системы имеют подробную инструкцию в паспорте, однако подключение стоит доверить специалистам. Свои вопросы вы можете оставить по телефону 708-502. А теперь к ценам на недвижимость. Аренда однокомнатных квартир за год подешевела более чем на 14%. В январе квартиросъемщикам она обходилась в 10 тысяч рублей. Вместе с тем, относительно декабря стоимость аренды возросла, правда, незначительно, всего на 0,5%. На этом все. В студии работала Дарья Топузлива. Дайджест недвижимости.